В прошлом своем сюжете мне тут девушка одна сказала: Леш, а почему ты все работаешь и показываешь кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit? Я ей просто объяснил, говорю, дело-то в чем заключается? Кредитный потребительский кооператив Grand Capital Credit, он работает. Вот. А остальные не работают. Другие потребительские кооперативы не работают по одной простой причине. Они пришли, захватили ваши деньги и ушли. Дело-то простое. Рассказали вам, что будете очень большое количество денег получать. А не получается. Представляете, да? А теперь я вам сейчас объясню, как вам не попасться на вот эти уловки и прыжки. Делать все очень просто. Заходите в обыкновенный потребительский кредитный потребительский кооператив. Ну, либо еще что-то там где-то расположенное. Их много. И задаете замечательный вопрос. То есть, если они вам говорят, что у вас получится процентная ставка там 150% годовых, ну, я бы еще 10 раз подумал, стоит ли об этом делать. Если они вам говорят, что мы заплатим ваш кредит, я бы еще раз подумал, а стоит ли это делать. Оно, конечно, красиво, да? Напечатали кредитные листовочки, вот, что типа мы вам платим ваш кредит. Сделали псевдопечать банковскую, что типа ваш кредит уже заплачен. И вы там ни о чем не заботитесь. Так ли это на самом деле? Да нет, конечно. Просто ваши деньги взяли в большом количестве, да? А такие вещи... И вы готовы заплатить людям примерно 40% ваших кредитных историй. Представляете, да? Сколько таких людей может быть? Нормально? А потом исчезли. Нормально, так все красненько. Вот, теперь, что касаемо кредитных вещей. Вот, если вы зайдете и вам скажут, мы вам даем кредит и даже на вас не будут смотреть, то ситуация достаточно простая, да? Вот. Когда люди приходят, вы отдаете свои деньги. Отдавайте, никаких проблем нету. Вот. Часть ваших денежных средств выдается в качестве кредитов. Но не есть тот факт, что они будут работать. Представляете? Но основная часть ваших денежных средств, она потом исчезнет. И вы уже ничего больше не увидите. Зайдите сюда. Да мы сейчас придем в другое место. Мы сейчас показываем город Магнитогорск, улица Труда, 21. Именно здесь ваши денежки и берутся. Есть и другое место. То бишь, вам надо понять, где все это делается. Как правило, здесь и вообще есть определенные квитанции. Квитанции, которые выдаются муниципалитетом города Магнитогорска. Здесь их много. И мы понимаем, что кредитный потребительский кооператив, который располагается здесь, на Труда 21, он работает, и он работает в Магнитогорске. Естественный вариант. Это, естественно, Орджоникидзевская часть города Магнитогорска. Самое большое место. Но часть денежных средств располагается и в правобережной части, и в Ленинской части города Магнитогорска. Так вот, там тоже это место есть. То есть вам надо понять, что это такое. Так вот, кооператив Grand Capital Credit не работает для города Магнитогорска, он работает для всех. И вам теперь надо понять, кому свои денежки отдать. Вы знаете, хочется сделать красиво, но поверьте, мозги-то уже не те. Вкратце сообщу, заходите в любой кооператив и задаете вопрос, а как с кредитом? Если выдают сразу, но немного, под офигенные проценты, я бы не стал таким доверять свои деньги. По сути, это пирамидки. Они ваши деньги забирают в большем количестве, то есть вы приносите сотни тысяч. А они выдают всего максимум 10 тысяч рублей. То есть типа за ваш счет кого-то финансируют. Но рано или поздно эта фигня лопнет. И никто вам деньги не вернет. Так что думайте сами. Я, конечно, понимаю, что люди к вам приходят. Вы берете у них деньги. И платите нормальный процент. Не столько, сколько в банке. Естественно, возникают другие клиенты, которые тоже говорят там 150% годовых. Но возникает вопрос, чем вы занимаетесь? Мы не выдаем займы, мы принимаем ваши сбережения под нормальный реальный процент. То есть вместо того, чтобы потом пойти в банки, взять там денежные средства, вам проще будет поработать с населением, правильно? Да, нам выгоднее поработать с вкладчиками, с их вкладами, с их деньгами.
И надо людям объяснить, что если вы свои деньги отнесли в банк, то это было бы всего там 7-10%, если что. И еще не факт, что банк останется, правильно? Да, совершенно верно. Мы предлагаем реальный процент и приглашаем вкладчиков. Естественно, еще деньги застрахованы, правильно у вас? Да, конечно, каждый вклад застрахован. Возникает другой вопрос. Можете ли вы выдавать денежные средства? Нет. То есть вам гораздо проще деньги получить, взять денежные средства, чем их отдать, правильно? Да, нам гораздо проще принять у вкладчика средства, чем их выдавать. Супер. Вот я бы такой же хотел бы, но не получается. А теперь про ваших клиентов, конкурентов, вот про них, пожалуйста. Расскажите мне, вы начали с Магнитогорска, правильно? Да, у нас сейчас в Магнитогорске открылся филиал на Карла Маркса 55. Также мы в Челябинске и по всей Челябинской области. Да, МММ – это выгодно. И все понимают суть. Но нормальная МММ всего одна, а пирамидок-то много. И не каждая МММ пиарится по полной. А кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» работает правильно. Им просто вы необходимы. Им необходимы люди, офигевшие от дивных нападок трутни на теле общества. Им необходимы деньги, превышающие инфляцию. Они понимают, что дав деньги банкам, они заработают, но мало. Но дав деньги в кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» заработают больше. Ну а с кем работать, решайте сами. Я бы работал с тем, кто регулярно работает по телевидению. «Гранд Капитал Кредит» такой структурой является. Он работает и по СТС, и по ТВИНу, и по телеканалу «Звезда». То есть понятен результат, да? Он реально показывает, что никаких проблем у него с задолженностью вообще не возникает. Да вообще какие проблемы с задолженностью? Задолженность только у тех, кто не понимает, где вы можете свои деньги положить. Если вы это дело не понимаете, зайдите на YouTube, посмотрите, с кем я работаю. Вы кредитный потребительский кооператив «Гранд Капитал Кредит» там на хорошем месте. В остальном вы можете свои деньги положить в правобережной части Орджоникидзевского района на улице Труда, либо здесь, на улице, проспекте Карла Маркса 55.